Добрый день, дорогие друзья. Я предлагаю начинать. Если меня слышно, я попрошу в чате написать город, откуда вы. Судя по тому, что нас слышит от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, связь нормальная. Я рад вас видеть на Дне Тульской области. Меня зовут Владимир Лохвердов, я руководитель Комитета по развитию туризма Тульской области. И в этом году Тульская область впервые принимает участие в выставке «Знай наше», и для нас это в первую очередь возможность по-новому донести информацию о нашем туристическом потенциале, обменяться опытом и, конечно, найти в вас наших новых партнеров. Прежде чем я начну, я хотел бы познакомить вас с особенностями и возможностями туризма в нашем регионе и показать вам наш презентационный ролик. Прошу внимания на экран. И просторы в самом центре России. Родина гениев и героев. Здесь из глубины столетий тебе навстречу шагнут ожившие летописи и предания старины. Здесь великие. Великое прошлое встречается с настоящим. Для того, чтобы ковать победы в будущем. Тула вдохновит тебя своим мужеством, трудолюбием и мастерством. Научит видеть цель и добиваться ее. Жить гармонии с миром. Здесь ты прикоснешься к святыням, к источникам духовной силы. Так много великих имен, оставивших яркий след в науке и искусстве, хранит наша история. Она подскажет дорогу от одаренности к таланту, от таланта к гению. Наша земля щедра. В настоящее время туризм в Тульской области является одним из приоритетных видов социально-экономического развития и претендует на перспективную отрасль в экономике, существенную отрасль региона, о чем свидетельствует и динамика нашего турпотока. В 2017 году Тульская область посетила более 650 тысяч человек, и это на 12% больше, чем было в прошлом году, в 2016. Хочу обратить ваше внимание, что мы показываем цифру именно туристов. Это те лица, которые переночевали у нас, а не экскурсантов. Если считать экскурсантов, то это более 4 миллионов человек. Кроме того, Тульская область занимает высокие позиции в ведущих рейтингах. Так, вы можете увидеть на слайде, что регион вошел в топ-10 российских регионов по темпам развития туризма и в топ-10 самых популярных территорий по версии Яндекса. Это, по нашему мнению, один из самых объективных показателей. Регион интересен и на слуху у людей в России. Помимо этого, Тульский государственный музей оружия является лучшим учреждением культуры страны по рейтингу Министерства культуры Российской Федерации и обошел многие именитые федеральные музеи, а также является одним из самых популярных музеев в России по версии TripAdvisor. Ну и, конечно же, я не мог не упомянуть про наш бренд «Тульский пряник», который является 7-м брендом туристическим в рейтинге национальном топ-100 туристических брендов и первый как гастрономический бренд в России. Помимо него в этот рейтинг еще и вошли тульский, конечно же, тульский самовар, Ясная Поляна, Куликово поле, Белевская пастила. Видеоролик о Тульской области, который вы видели, является лучшим видеороликом России по результатам конкурса, проведенного в рамках международной туристической выставки МИД. И в целом количество просмотров на сегодняшний день уже превысило несколько сот тысяч человек. Я очень надеюсь, что и вам он тоже понравился.
В целом, Тульская область завоевала 9 наград в туристическом конкурсе «Гастрономическое впечатление», а гастрономический сувенир, как вы знаете, один из самых популярных у туристов, и я думаю, что и ваши туристы именно их и приобретают, когда вы вывозите их в какие-то регионы. Тульские бренды завоевали 2 высших награды Всероссийского фестиваля конкурса «Туристический сувенир». И это тоже немаловажный такой результат, то есть туристу есть что взять здесь на память. Развитию туризма в Тульской области способствует в целом также и наше удобное географическое положение. В центре России, в 180 километров от Москвы, благодаря чему транспортная сеть в области выгодно отличается от регионов своей развитостью. Через Тульскую область проходят важные автомобильные магистрали М4, М2 и М6. Высокое качество наших дорог позволяет быстро и с комфортом довести сюда туристов, при этом не подвергая опасности ваш транспорт, то есть автобусы. Также Тула является крупным железнодорожным узлом, связывающим регион и с Москвой, и с Петербургом, и с городами Урала, областными центрами, курортами. Например, скоростные поезда «Ласточка» проходят несколько раз в день и предполагают всего 2 часа в пути от Москвы, а их удобное расписание позволяет уже к 9 утра доставить ваших туристов в Тулу, а вечером следующего дня обратно в Москву. То есть мы специально выстроили совместно с железнодорожными компаниями расписание таким образом, чтобы было удобно в первую очередь и туристам, и туркомпаниям. Удобная транспортная доступность делает Тульскую область идеальным направлением для коротких экскурсионных туров в выходные дни, для жителей близлежащих регионов, и также позволяет организовать межрегиональные маршруты с Московской, Калужской и Рязанской областями. А богатые наши туристические возможности – отличным вариантом для полноценного отпуска туристов, которые любят путешествовать по России. Помимо этого, я считаю, что Тульская область является прекрасным дополнением к многодневным турам для иностранных гостей, когда они выезжают за пределы Москвы и Московской области для того, чтобы увидеть настоящую Россию. Я чуть позже расскажу, почему именно настоящую. Большой выбор готовых экскурсионных туров и тематических программ предлагают туристам и турагентам наши туроператорские компании. На сегодняшний день на территории региона действует порядка 25 туроператоров, 23 из которых занимаются внутренним туризмом и работают на прием туристов в Туле. Наиболее крупные из них вы можете видеть – это «Рейтинг», «Вокруг света», «Бриз», «Компас», «Тула Тургрупп», «Март», «Социальный туризм», «Шелковый путь» и прочее. Сегодня с вложениями компаний «Компас» и «Тула Тургрупп» вы сможете ознакомиться более подробно. И в рамках Дня Тульской области их представители расскажут о новых предложениях, тематических программах и авторских турах в преддверии летнего сезона. Зачем же ехать в Тульскую область? Тульская область на самом деле мультибрендовый регион, который готов предложить туристу целую палитру впечатлений. От тихого отдыха наедине с природой до шумных и праздничных фестивалей. Мы на весь мир в целом знамениты своими брендами. Это Тульский пряник, Березка пастила, Оружие, Гмонь, Самовары, Куликово поле, Лев Толстой, Себина, родина Святой Матроны Московской. Не все об этом, кстати говоря, знают. Но Тульская область – это динамично развивающий регион, и с каждым годом здесь появляются все больше объектов показа и развлечения. Открываются новые гостиницы, рестораны, рождаются новые туристические бренды. Сегодня Тульская область еще и черная икра, а также самый большой музей мотоциклетной техники, музей клоунов и многое другое. Обилие туристических брендов, богатая история и культурно-туристический потенциал делают возможным развитию в регионе таких видов, как культурно-познавательные, военно-патриотические, этнографические, культурные, активные, детские, гастрономические, оружейные, промышленные, ну и, конечно же, событийные. Остановлюсь на некоторых из них более подробно. В настоящее время на территории региона расположено порядка 2700 памятников истории и культуры, среди которых музеи, монастыри, храмы, усадьбы и другие достопримечательности. В регионе действует порядка 70 музеев и их филиалов, в том числе 4 федеральных музея. Мы единственный регион в Центральном федеральном округе, помимо Москвы и Московской области, где есть такое количество федеральных крупных музеев. Это Тульский государственный музей оружия, музей-заповедник Куликово поле, музей-усадьба Ясная Поляна, ну и, конечно же, музей-заповедник Поленово. Тульский государственный музей оружия был создан в 1975 году по указу Екатерины II, и сегодня экспозиция музея располагается в 2 зданиях. Первое – это под сводами бывшего Богоявленского собора на территории Тульского Кремля, ну и, конечно же, ставший уже символом Тульской области
новое пятиэтажное здание в форме богатырского шлема на набережной реки Упы. Это новая постоянная экспозиция. В декабре 2017 года была открыта завершающая часть экспозиции. На последних двух этажах здания и сегодня коллекции музея отражают эволюцию стрелкового и холодного оружия с 14 века по наши дни. Многие из вас, наверное, возили туда туристов и туроператоров. Туроператоры знают это прекрасно, объект показа. Но вот последние два этажа – это нечто абсолютно фееричное. Я уверен, что только ради него можно этих же самых туристов привести в этот музей оружия. Музей полностью интерактивный, современные мультимедийные технологии, виртуальный рассказчик, электронные этикетки, голографические схемы действия оружия. Здесь ваши туристы смогут и пострелять из копий реального боевого оружия, от снайперских винтовок до пистолетов в страйкбольном тире, конечно же, ощутить себя настоящим пилотом в кабине Ми-8 с дополненной виртуальной реальностью и окунуться в одну из исторических эпох вместе с театром «Несокрушимые». Следующий музей – это музей Куликова поля. Это первое ратное поле России, где в 1380 году произошла знаменитая Куликовская битва. Подвиг русского народа на Куликовом поле нашел свое отражение в мемориальных храмах, памятниках и обелисках. Сегодня музей Куликового поля – это музей купеческого быта в поселке Епифань, музейно-выставочный комплекс тульской древности в самой Туле. Это и мемориал на Красном холме, это три гостиницы, конный двор и мемориальный комплекс в селе Монастырщина, где в 2017 году была открыта современная интерактивная экспозиция и новый музей в комплексе Маховое, открывшийся в 2016 году. В целом там можно провести абсолютно выходные, заняв ваших туристов, и поверьте, они будут счастливы, и у них не будет даже минуты на то, чтобы отвлечься или заскучать. Новый музейный комплекс – это уникальная современная экспозиция не мультимедийных, звуковых спецэффектов и 3D-проект. Повсюду интерактивные мониторы, виртуальные рассказчики. Здесь ряд экспонатов можно даже трогать руками, что немаловажно сегодня. И потребность туристов, она, безусловно, есть, вы ее, наверное, видите. Они хотят сопричастность, а не только смотреть на экспонаты за стеклом. А еще в музее можно пострелять из лука или примерить настоящую кольчугу. Для детей в новом музейном комплексе отведен целый корпус, и детская интерактивная экспозиция в форме знакомит маленьких гостей с историей Мамаева побоища. На самом деле это не просто музейный комплекс, это научный комплекс и точка притяжения для самых разных категорий граждан. Уникальный туристический объект с очень развитой инфраструктурой. Это кафе, гостиницы, о которых я говорил, и информационным центром. Конечно же, я не могу не сказать про Ясную Поляну. Это один из самых знаменитых музеев мира, я не побоюсь этого слова, и родовое имение великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, где он родился, прожил большую часть своей жизни, написал многие свои произведения и здесь же был похоронен. Вы знаете, я видел аналитику, с чем страны мира ассоциируются в других странах, за исключением имеются тут туристические бренды. И вот Российская Федерация, за пределами ее границ, и ассоциируется в качестве культурно-познавательной там страны в первую очередь со Львом Толстым и произведением «Война и мир», которые включены в образовательные программы и в Китае, и в Европе, и они прекрасно знают, кто такой Лев Толстой. Сегодня усадьба сохранила свой первозданный облик, это немаловажно, здесь по-прежнему кипит жизнь, в садах собирают яблоки, пасека приносит мед, на конюшне содержат лошадей. И на территории музея-заповедника можно посетить дом самого Льва Николаевича Толстого. Дом Волконского также, флигель Кузьменских, кучерскую избу и житню, пройтись по тенистым аллеям и по-настоящему окунуться в мир Толстого и его произведений. В этом году в рамках празднования 190-летия со дня рождения великого писателя, его юбилея, в музее-усадьбе откроют целый комплекс новых зданий. Это фондохранилище, реставрационные мастерские, фестивальный центр, что немаловажно, а также центр приема и обслуживания гостей. Поэтому я советую туроператорам повнимательно также присмотреться к этому объекту показа и учесть новые объекты, которые открываются на его территории. Ну и, конечно же, музей-усадьба известного художника Василия Дмитриевича Поленова находится в живописном месте на берегу реки Оки в Тульской области. Можно сказать, что на границе с Московской областью. Практически все сооружения в Поленово построены по проектам самого художника и даже Троицкая церковь, расположенной в селе Бехово. Стоит отметить, что Поленово сохранилось до наших дней практически в первозданном виде. Почти что ничего не изменилось. Поэтому, гуляя и вообще, когда входишь в Поленово, такое ощущение, что сейчас сам Василий Дмитриевич выйдет тебе навстречу и встретит
как дорогого гостя. Очень живописное место, интересное для туристов, и в целом гармонично встраивается в маршрут из Москвы в Тулу. Ну и уже современной жемчужиной, скажем так, отреставрированной относительно недавно, был Тульский Кремль, или является Тульский Кремль. Это памятник нашего русского оборонного зодчества 16 века, построенный на важнейшем стратегическом направлении, это крымско-татарских набегов, Муравском шляхе. Он в течение многих столетий оборонял южные набеги русского государства, являлся звеном знаменитой большой засечной черты. 500-летие, которое мы скоро будем праздновать, и Тульский Кремль будет являться центром этого праздника. Сегодня в ансамбле Тульского Кремля мощные стены из красного кирпича, 9 башен, 2 собора, Свято-Успенский, который возведен в 18 веке, и Богоявленский, о котором я говорил, который возведен в середине 19 века. И, конечно, в нашем Кремле есть торговые ряды, где продают сувениры, проводят различные мастер-классы для туристов, где разместились музей Тульский Кремль, Тульский военно-исторический музей, ну и, конечно же, ресторан и Кремлевский сад. Кстати говоря, ресторан тоже очень хорошее место для посещения организованных групп, ну потому что, согласитесь, не каждый из нас в этой жизни смог поужинать в Кремле. Да, пусть не в московском, но в тульском. И это в целом интересный такой момент, запоминающийся. Музей Тульский Кремль входит в объединение историко-краеведческий художественный музей, в числе которого находится еще 13 учреждений культуры, и сегодня вам более подробно об этом расскажет Юлия Корнакова. Помимо федеральных и региональных музеев Тульской области активно развиваются и муниципальные, и частные музеи, а также старейший в России Тульский государственный цирк. На слайде представлен Тульский историко-архитектурный музей, мы его называем ТИАМ, история которого началась в 1998 году. Сегодня ТИАМ – это постоянная экспозиция «Старая тульская аптека», которая находится в воссозданном интерьере настоящей аптеки второй половины 19 века. Аптечное оборудование разных эпох, посуда для хранения медикаментов, старинные книги, рецепты – это лишь малая часть экспонатов старой тульской аптеки. Здесь ваши туристы смогут посетить различные мастер-классы и самостоятельно изготовить, например, духи или сварить настоящее мыло. Выставочная площадка «Дом крафта». Здесь проходят выставки, лекции, кинопросмотры, мастер-классы, круглые столы, конференции и прочее. Ну а флигель – это такая территория эксперимента, это площадка, адресованная уже молодой аудитории, это ее предназначение – воркшопы, перформансы, концерты, интерактивные инсталляции, кинопросмотры, фестивали. Пока площадка работает только в летний период, но в целом вы ее можете гармонично включать в ваши туры, в зависимости от того, что именно на ней проходит. Музей мотоавтоарт основан более 30 лет назад в качестве частной коллекции. На сегодняшний день это самый большой в России специализированный мотоциклетный музей и единственный в мире, который обладает полной коллекцией мототехники Тульского машиностроительного завода. В коллекции насчитывается более 350 единиц отечественной техники, зарубежных мотоциклов, мотороллеров, мотоколясов, многие из которых уникальные, кстати говоря, сохранились в единственном экземпляре. Среди уникальных экспонатов, например, мотоколяска Юрия Никулина, на которой он выступал в тульском цирке в 70-е годы, или мотоцикл «Баксан», который покорил гору Эльбрус. Согласитесь, не каждый может представить, как может мотоцикл покорить гору, а у нас такой есть. Ну и, конечно же, Тульский государственный цирк – это один из самых старейших, уважаемых цирков России. Еще в 1910 году Иван Поддубный построил в нашем городе бревенчатый цирк, а сегодня Тульский цирк входит в десятку лучших в России. На его арене родились многие знаменитые впоследствии программы. Первый из них стал «Цирк на льду», выпущенный в 1964 году. В 1967 в Туле состоялась премьера «Цирка на воде». А осенью 2015 года, после масштабной реконструкции, на манеже цирка прошло грандиозное шоу под названием «Шоу воды, огня и света», в котором до сих пор нет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом. Сегодня на территории цирка находится также первый и единственный в России и крупнейший в мире музей клоунов, коллекция которого собиралась около 45 лет и насчитывает более 5000 экземпляров. А для детей, конечно, это незабываемое впечатление, тем более у которых нет цирка в своем городе, в своем регионе. И я думаю, что цирк является одним из элементов, которым можно разнообразить вечернюю или дневную программу, помимо основной культурно-познавательной программы. Музей гармонии деда Филимона, в котором собрано более 100 экспонатов, его мы открыли в этом году. Там и большие, и маленькие, и раритетные, и вышедшие из рук мастера гармонии, баяны, аккордеоны. Это, конечно же, тоже один из символов Тульской области. Здесь играют даже сапоги. То есть там есть сапог в форме гармонии, на котором действительно играли.
Необычный экспонат в форме женской обуви, на котором можно исполнять мелодии, он занимает почетное место в целом в экспозиции. А в целом под одной крышей собраны как работы прославленных тульских мастеров, так и уникальные зарубежные образцы от миниатюрных гармошек черепашек 19 века до сложных концертных моделей баянов и аккордеонов 20 века до современных электронных образцов. Главной особенностью музея является то, что здесь вам не только покажут и расскажут о музыкальном инструменте, но и дадут сыграть на разных видах этого музыкального инструмента, вернее, вашим туристам. Мне, конечно, поразило процесс организации экскурсий в этом музее, где действительно люди слышат и современные хиты, и видят современные гармонии, баяны, которые не уступают современным синтезаторам. То есть это перерождение инструмента в 21 веке. Но вместе с тем могут и сами попробовать и потрогать те самые экспонаты, которые сохранились с 19 века в, можно сказать, первозданном состоянии. Это немаловажно, это не капитал шоу «Поле чудес», где за стеклом только можно смотреть на объекты и не трогать. Ну и мануфактория – это детский город профессий, где каждый ребенок может воплотить свои мечты в жизнь, где есть дороги, есть дома, где светофоры, есть парк, настоящий автодром с электромобилями. И за работу ребята получают первую свою зарплату и могут распорядиться ей на территории города. Я имею в виду детей. Стать пожарными, потушить пожар, пройти обучение в полицейском участке, расследовать преступления, пойти в салон красоты, обучиться в автошколе, ну и много-много другое. Для детей открыто 33 различных мануфактуры, обучающих разным, но одинаково важным профессиям. И рядом с ним находится экспериментория. Это музей, где все экспонаты не только можно, но и нужно трогать руками. Они просто не начинают работать без участия самих детей. Ну а дети, конечно же, в восторге от этого, где они видят уникальные физические опыты, где они даже не представляют, а как такое может происходить, а им экскурсовод объясняет, в чем суть. Например, могут поднять друга к потолку одной рукой или собрать мост без единого гвоздя, ну или залезть в огромный мыльный пузырь. В целом он интересен на самом деле не как детям, так и взрослым. Я, например, там провел порядка полутора часов и был удивлен некоторым физическим явлением, хотя и, собственно, заканчивал физико-математический класс. Помимо музеев в Тульской области множество современных памятников и скульптурных композиций, которые в целом привлекают любознательных туристов и любителей селфи. Это скульптурные композиции, которые вы видите на слайде, тульское чаепитие, памятник хвосту, конечно же, памятник тульскому прянику, куда без него, в самом центре города. Кстати говоря, в этом году около этого памятника появится еще большой 350-литровый самовар, настоящий работающий, жаровый, работающий от дров. И люди, ваша группа, сфотографировавшись около памятника, может попробовать, ну, в перерыве, скажем так, чай из настоящего огромного самовара с тульскими пряниками и пастилой, прямо рядом с памятником. Это, конечно же, скульптура. Скульптура левши, которая подковывает блоху, он выполнен в современном, таком для Европы актуальном стиле стимпанк. Такой интересный объект показа, рядом с которым мало кто проходит, оставшись неравнодушным. Ну и особо я хотел бы отметить памятник динозавру, который в Туле появился в далеком 1989 году напротив входа в экзотариум. Тулики назвали его памятник тёще. И на этом шутки на самом деле не закончились. Однажды на праздник 8 марта кто-то подарил тёще букет цветов и бусы, и теперь это хорошая традиция, которую подхватили и жители, и работники самого экзотариума, и почти на каждый праздник, на каждый праздник наряжают динозавра в различные наряды. Тёща уже побывала и красной шапочкой, и снегурочкой, и школьницей, и вампиром, и во многих других образах. В целом, очень забавная история. Ну и экзотариум, я тоже хочу сказать, что у нас в этом году он обновляется, он переезжает в новое здание, новое, большое, там оно будет современное, с новыми экспонатами. Поэтому тоже рекомендую вас рассмотреть включение его в свои программы. Ну потому что, опять же, если уж не говоря уж о цирке, а экзотариум такой, как у нас, а он мирового такого масштаба, там очень много, скажем так, живности различной, есть не в каждом регионе. В прошлом году Тульская область вошла в федеральный проект Ростуризма «Гастрономическая карта России». В регионе была издана гастрономическая карта региона, на которой, ну, конечно же, опять же, те же самые пряники, пастила вошли. Помимо этого попали новые гастрономические бренды, это суворовские конфеты,
которые делают в одном из районов, и в состав которых входят только натуральные ингредиенты. Булочка Венёвка, которую можно приобрести, делая экскурсии или и программы через город Венёв, и которая представляет на самом деле из себя незамысловатый кренделёк с маком и изюмом, но по факту он, наверное, один из самых вкусных гастрономических брендов, которые есть. По мне, я сейчас выскажу крамольную мысль, он, наверное, вкуснее даже пряника, потому что я очень люблю в том числе пасхальный кулич, а он мне его очень сильно напоминает. Ну и сами экскурсанты, которые покупают его, остаются с приятным впечатлением, и всем нравится. Еще не было такого, кому бы он не понравился. Максимум, что можно было услышать, слишком сладкий. Но это, собственно, дело вкуса. Мороженое щавеля с ленивым крапивным печеньем, которое можно попробовать в первом луковорском ресторане страны марки «Лев», который расположился в Заводском районе. Березовый квас. Кстати, это уникальный, опять же, для Тульской области продукт, который относительно недавно появился, совсем молодой бренд. Он у нас, кстати, производится с разными вкусами, с имбирным, с ячменным, с мятой, с крапивой, на сосновых шишках. То есть это все незабываемые эмоции, впечатления для ваших туристов. Ну где они еще попробуют березовый квас, кроме как в Туле? При этом, ну, собственно, это на слайде вы можете увидеть все те бренды, которые я сказал. Они действительно есть, они действительно доступны, и они действительно запоминающиеся. При этом мы понимаем, что гастрономический туризм на самом деле это не только отдельно взятые бренды, это не только пряник и пастила, а все разнообразие блюд из известных тульских поваренных книг, например, «Русской поварни» и кулинарные книги Софьи Андреевны Толстой. Для тех, кто не знает, «Русская поварня» – это издание тульского литератора Василия Левшина. Это первая в истории кулинарная книга, посвященная исключительно русским рецептам. 200 лет назад он набрал такие рецепты, как ушное, колья, кундюбы, пироги караси, выпуск оладьи, левашники. Это то, что можно увидеть на страницах этой книги. А попробовать некоторые из них на сегодняшний день можно в упомянутом ранее мною ресторане «Марка Лев», но в планах комитета это внедрение блюд из русской поварни в меню тульских ресторанов, чтобы ваши туристы во время путешествия по Тульской области смогли насладиться традиционными русскими блюдами. И это очень важно по мне, потому что, ну вот давайте возьмем французскую кухню. Да? Мы едем во Францию не для того, чтобы попробовать круассан. Мы едем во Францию для того, чтобы в том числе попробовать именно французскую кухню. А для меня, как для человека, отвечающего за развитие туризма в регионе, крайне обидно, когда туристы у нас едят бизнес-ланч, в котором банальный салат «Цезарь» или, не знаю, банальная лапша. По мне, мне в рамках тура туристы должны выходить с другими эмоциями в части гастрономии. И в целом это может быть недорого и будет недорого. И вы это можете как бы включать в свои программы, а мы с тульскими ресторанами уже ведем работу над этим. То есть Тульская область станет, скажем так, возрождением, местом возрождения настоящей русской кухни. А уж тем более сам Бог велел, раз уж у нас первая поваренная книга Российской Федерации, и все рецепты были созданы нашим литератором, уроженцем Тульской области. Мы это сделаем, и русская кухня будет в Туле и в Тульской области. Ну и, конечно же, я не мог обойти кулинарную книгу Софьи Андреевны Толстой, жены Льва Николаевича. Она раскрывает гастрономический аспект жизни, культуры, русской усадьбы и традиции самой семьи Толстых. В книге даже название блюд тому подтверждение. Например, знаменитый анковский пирог семейного доктора Николая Богдановича Анки, который сегодня можно попробовать в кафе «Преспект», расположенном напротив главного входа в Ясную Поляну. Я думаю, многие туроператоры, которые возили туристов в Ясную Поляну, знают об этом месте. Еще одним интересным местом в Тульской области с точки зрения гастрономии является фермерский хаб «Лавка-лавка», относительно недавно он открылся, в прошлом году. Это, кстати говоря, представлен он, во-первых, на слайде, во-вторых, это принципиально новое пространство с фермерским рынком, зоной отдыха и калачной, в которой помимо фирменных калачей марки «Лев» и из цельнозерновой муки с разными начинками, можно попробовать и сезонные, и экологические блюда, а также гости могут попробовать здесь тот самый анковский пирог. Я разговаривал с организаторами этого фермерского хаба, он расположен прямо на въезде в Тульскую область на трассе М2, и они готовы туроператорам предлагать следующую программу. Ну, например, группа выезжает из Москвы в 7 или 8 утра, и первая точка, первая остановка в фермерском хабе, где ваши туристы садятся на чаепитие с настоящим пирогом по рецепту Софьи Андреевны Толстой,
и пробует тот самый анковский пирог. И, естественно, вы или ваши экскурсоводы, или на объекте показа им рассказывают об истории этого пирога. А помимо этого, те, кто побыстрее попили чай, могут выйти в фермерские ряды. Тульские фермеры продают различную абсолютно продукцию. Это и сыры, и мед, и пастила ручного приготовления, и мыло, и многое-многое другое. Мне кажется, это абсолютно то самое, что мы видим за границей, когда нас ведут в организованные экскурсии, где останавливаются в специальных магазинах, где можно приобрести сувенирную продукцию. Только здесь она именно хорошего качества, именно ручная и по приемлемой, кстати говоря, цене, во избежание ваших опасений. Поэтому, как первая точка в рамках тура в Тульскую область, мне кажется, это прекрасная история. Хаб расположен, как я уже сказал, на 107-м километре Симферопольского шоссе на границе с Московской областью и может стать первой точкой. Ну и, собственно, по мне это абсолютно логичное развитие туристических маршрутов и разнообразие их. Помимо всего, мы рассматриваем промышленный туризм как важное перспективное направление. Это не только точки туристического показа, но и серьезный маркетинговый инструмент для продвижения и развития экономики предприятий. На сегодняшний день в регионе у нас свои двери для туристов открыты уже в 11 предприятиях, а в двух из них мы, собственно, ведем активную работу. Среди тех 11, которые я назвал, это Тульский молочный комбинат, где и взрослые, и дети могут посмотреть, а как же производится та самая продукция, которую они потребляют каждое утро. Это Тульский пивзавод, прекрасные экскурсии для взрослых с дегустацией, где действительно можно убедиться о том, что пиво настоящее тульское. Это и фабрика «Тульская гармонь», где можно увидеть, как делают тот самый настоящий тульский бренд. И, конечно же, кондитерская фабрика «Ясная поляна» и «Медовые традиции». Это фабрики, которые производят пряники ключевые, и где туристы вашей группы организованы с театрализованным представлением, интересным, современным, могут своими руками полепить пряник. Лично я, когда лепил его первый раз, был в восторге. Он у меня до сих пор лежит в кабинете, на полке, как, скажем так, свидетельство тому, что я сопричастен к созданию такого великого бренда, как «Тульский пряник». Но на самом деле незабываемые впечатления. То есть люди лепят своими руками, им потом проводят дегустацию, и на выходе и получают тот самый пряник, на память с собой увозят домой. Согласитесь, это более чем ценный сувенир. Ну, кстати говоря, его можно и съесть. Помимо этого, у нас есть и фабрика музея «Дом традиций», где проводят экскурсии по производству всемирно известной белевской пастилы, и там также люди могут и продегустировать это яблочное лакомство, и сделать его своими руками. Ну и, конечно же, это вот новое предприятие, которое у нас открылось в том году, я прошу тоже на него обратить внимание, это рыбоводческая фабрика «Приокская», где, вы не поверите, но в Тульской области разводят осетров и производят черную икру. Действительно, там специальные методы добычи этой икры, когда рыбу не умерщвляют, ее доят. Есть специальная комната для туристических групп, где на экране показывают весь процесс производства черной икры, где люди сами могут увидеть огромных осетров, которые плавают в бассейне, где они могут продегустировать черную икру. Вы знаете, наверное, большинство из нас черную икру ели, а современное подрастающее поколение не знают даже ее вкуса. Ну, это обусловлено высокой ценой, конечно же. А здесь, в рамках экскурсии, они не только видят, как ее производят, но могут ее и продегустировать. Поэтому я очень рекомендую включить эту историю в свои маршруты. И по мне, очень, кстати говоря, эффектно проводится экскурсия по этому предприятию. В этом году мы планируем увеличить объекты показа в рамках промышленного туризма. На третий квартал у нас запланирован запуск уникального объекта показа «Музей типографии Шарпапье». Это типография, в которой переработанную макулатуру перерабатывают и из нее производят специальные такие экскурсии, и производят специальные игрушки, а уже сами производители организуют экскурсии на производство и показывают эту объемную бумажную игрушку, и там проходит мастер-класс по ее росписи. То есть в абсолютно различных формах из макулатуры создают игрушки по принципу папье-маше, и дети сами там сразу могут расписать свою игрушку, купить ее, увезти с собой. Да и, если честно, и взрослым это тоже может быть интересно.
Предусмотрена и организация музейно-выставочной локации, и торговые точки. Мне кажется, это еще и просвещение наших детей, и забота об экологии, популяризация забота об экологии. То есть там детям можно, как говорится, нести благое, светлое и правильное. А они, в свою очередь, будут воспринимать это в форме игры, и в целом, сами по себе, шар-папье игрушка пользуется спросом. Просто они пока немногие знают. Ну и в четвертом квартале 2018 года запланировано открытие специализированной зоны для приема туристов на одном из самых современных ликероводочных заводов Российской Федерации, инвестпартнер в Кимовском районе, рядом с Куликовым полем. Проект предусматривает экскурсию по производству, музей русской водки, ну и, конечно же, дегустационно-выставочный зал. И вот тут я хотел бы вернуться к настоящей России. Вы знаете, у иностранцев Россия, как бы то ни говорили, что бы ни говорили, ассоциируется, безусловно, с культурными и познавательными объектами и брендами. Но вместе с тем, я думаю, никто не станет спорить о том, что у иностранцев Россия ассоциируется с черной икрой и русской водкой. Так вот, в Туле есть полный комплект. Черная икра с русской водкой, где можно посмотреть производство каждого из этих продуктов и попробовать. И быть уверенным, что это именно то самое настоящее. Ну и помимо этого увидеть уклад настоящей региональной жизни, уклад исторических объектов показа, то, что из себя представляет Тульская область. Не могу не отметить развитие событийного туризма в Тульской области. В 2018 году в который раз уже пройдут ставшие модными абсолютно точно театральные фестивали «Толстой уикенд», в рамках которого под открытым небом ведущие театры страны представят свои интерпретации произведений Льва Николаевича Толстого. И не просто под открытым небом, а именно в усадьбе Ясная Поляна. То есть это абсолютно невероятный сейшн, который набирает все больше и больше количество зрителей. Уже многие тысячи зрителей сюда приезжают. Билеты раскупаются на Толстой уикенд просто моментально. Но вместе с тем, даже и без билетов можно увидеть постановки, потому что билеты продаются на сидячие места, а постановка, она, собственно, на сцене, на открытой. И можно как бы лицезреть ее и без билетов. Поэтому ее можно включать в программу. Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который входит в тройку лучших и крупнейших опен-эйров по всей стране и собирает порядка 45 тысяч зрителей. В этом году после двухгодичного молчания на этом музыкальном фестивале будет «Земфира». И ажиотаж на билеты уже очень большой. Вместе с тем «Дикая мята» уже готова сейчас работать с туроператорами. И, конечно же, новый, самый большой фестиваль музыкальный в Российской Федерации, «Среднерусская возвышенность», который в 2017 году работал на протяжении 3 месяцев. Вы не поверите, но в Тульской области каждые выходные были группы мирового масштаба. Modern Talking, Arabesque, российские группы, там, Дюна, Самоцветы. И по мне это тоже прекрасное дополнение для больших экскурсионных туров, двухдневных особенно. Потому что основная программа там проходит в субботу. И после основной программы вашей для тургруппы вы можете привести их на Среднерусскую возвышенность для того, чтобы там они уже почувствовали себя в фестивальном таком режиме и испытали новые эмоции. Ну и увидели просто именитых звезд. Комплекс также готов работать с туроператорами, предлагать выгодные условия. На сегодняшний день формируется, скажем так, состав групп, которые будут в этом году. Мы уверены, что планка не будет снижена. И действительно, это один из самых крупнейших фестивальных комплексов Российской Федерации. Он будет работать на протяжении всего летнего сезона, начиная с мая месяца. Ну и, конечно же, наш крупнейший, опять же, фестиваль в Российской Федерации, фестиваль театральных дворников. Ну, это вообще что-то незабываемое, вам еще расскажут поподробнее о нем, но в целом 7 дней на улицах города, так вот, как вы видели в телевизоре за границей, или сами, может быть, бывали, вот когда там проходят фестивали на улице города, 7 дней на улицах Тулы происходят театральные постановки уличными театрами, и сами ваши экскурсанты могут
погрузиться в эту атмосферу фестивальную. Друзья, я вижу, что много вопросов в чате. Я попробую сейчас сначала, если вы не против, дочитать свою презентацию, допрезентовать все, а потом уже отвечать на вопросы, дабы уложиться в тайминг. Помимо этого, я, наверное, попрошу еще своих коллег для того, чтобы они отвечали на некоторые вопросы, которые вы задаете в чате уже в режиме онлайна, параллельно тому, как я презентовываю те или иные объекты. 9, 10, 11 числа Тульская область, июня, точно станет фестивальной столицей России, потому что в эти даты будет и среднерусская возвышенность, и дикая мята, и Толстой уикенд. Я рекомендую вам пообщаться с организаторами, они готовы работать с туроператорами. Одним из основных показателей развития отрасли в регионе, конечно же, является состояние туристической инфраструктуры и обеспеченность средствами коллективного средства размещения. В регионе для путешественников открыты более 200 объектов размещения с общим номерным фондом порядка 6,5 тысяч. Из них у нас есть 8 классифицированных гостиниц. Собственно, на слайде они у вас представлены. Я, наверное, их повторять не буду. Только хочу отметить, что в 2016 году гостиница «Подворье» признана лучшим малым отелем России в категории 2 звезды по итогам всероссийского конкурса «Лучшие отели России». В целом уровень сервиса у нас довольно хороший. Мы его совершенствуем, постоянно проводим обучение и линейного персонала, и руководящего состава гостиниц. И количество коллективных средств размещения в этом году будет существенно увеличено. В Туле есть где разместиться по хорошим ценам. Хотел бы также отметить то, что, не знаю, слышали вы или нет, но Тульская область является по очередному рейтингу, является номер один из самых доступных регионов для туристов. То есть цены на наших отелях и комиссионное вознаграждение для туроператоров очень хорошие, поверьте. Контакты вы можете найти на сайтах самих гостиниц. И, собственно, я думаю, у многих у вас уже они налажены. Не могу обойти стороной санаторно-курортной нашей организации, потому что ценные свойства минеральных источников Тульской области были открыты уже в середине 19 столетия. Наши минеральные воды, аналоги которых сложно найти не только в России, но и за рубежом, это не бахвальство и не пафос, это действительно так. Они обусловили популярность санаторий в Тульской области среди отдыхающих. Например, курорт Краенка, известный уже с 1847 года, был, как Лихвинские воды, с целебными минеральными водами и грязями включен в реестр объектов ЮНЕСКО. Другой ценный источник находится на территории курорта Игнышовка. Он прославился еще в середине 17 столетия как святой источник великомученика Пантелеймона. И также в регионе известны такие здравницы, как Строители, Вельгош, Молния. Всего у нас порядка 21 санаторно-курортной организации, вмещающей порядка полутора тысяч человек. На территории региона расположено порядка 20 баз отдыха, которые также предлагают очень комфортабельный отдых. Это база семейного отдыха. Ну, я, наверное, не буду останавливаться сейчас. Я думаю, все вы прекрасно можете найти в интернете. Есть базы отдыха и с песчаными пляжами, и с кемпингами, и с лошадьми, и с летними кафе, ну и с рыбалкой, и со всем, что можно себе представить. То есть для рекреационного и санаторно-курортного туризма здесь у нас в Тульской области есть почти что все. Для тех, кто любит путешествовать экономно или размещать своих туристов в низшем ценовом сегменте, в Тульской области существует много уютных комфортабельных хостелов. Большинство из них приведено на слайде названия, вы можете их записать. Презентация и видеопрезентация и слайды будут доступны для скачивания, вы также сможете их потом увидеть. В целом порядка 50 уютных хостелов у нас есть с 300 спальными местами. Фотографии представлены, это реальные фотографии наших хостелов. Очень часто размещаются там детские группы, да и взрослые тоже. При этом, на самом деле, в высокий сезон, в праздничные дни свободных мест не остается не только в черте города, но и в пригороде. Это свидетельствует тому, что Тульская область становится все более популярной среди туристов. В 2017 году мы в Тульской области открыли 5 новых средств размещения различных типов. Это и хостелы, и гостиницы, и базы отдыха, и экопарки с общим номерным фондом 127 номеров. В 2018 году еще больше будет новых гостиниц открыто. Одним из
ключевых проектов для бизнес-сообщества в прошлом году стала реализация проекта «Карта гостя». Это проект, который предусматривает для гостей Тульской области преференции и скидки от 5 до 50%. Объясню, каким образом вы можете включать этот проект в свои туры. Очень много туроператоров спрашивает, а что же в Тульской области можно сделать вечером после основной программы. Так вот, если в качестве комплимента вы своим туристам дадите карту гостя с приложением, а приложением является журнал, который рассказывает об интересных местах, то, поверьте, они вам будут благодарны, потому что по этой карте, а стоит она совсем недорого, на ресепшене в отеле ее можно купить за 150 рублей, а в качестве комплимента, ну и для туроператоров, эта цена, конечно же, будет абсолютно другой. Так вот, ваши туристы вечером после основной программы смогут пойти в соответствии с этой картой гостя в ресторан, где могут получить сет, например, пивной, или специальный, скажем так, комплимент от шеф-повара в виде десерта и многое-многое другое. За вечер стоимость этой карты можно окупить в 2 или 3 раза. Ну, а туристам это будет очень приятным таким комплиментом от туристической компании. Ну, соответственно, на сайте tulapass.com, который вы видите на слайде, можно увидеть все контакты, узнать об объектах, по которым можно получить скидку, в которых можно получить скидку. Ну, и по мне это очень правильная история такая, гостеприимная. В настоящее время на территории реализуется уже ряд масштабных проектов, которые позволяют существенно увеличить туристическую инфраструктуру региона, разнообразить досуг жителей и ваших экскурсантов. И тут я хотел бы остановиться на ключевом для региона проекте, проект «Тульская набережная», который у нас реализуется под кураторством и по инициативе губернатора нашего. Он предусматривает реконструкцию, полную реконструкцию улицы и превращение ее в пешеходной, единственной сохранившейся без новостроев улицы, которая соединяет Тульский Кремль и Музей оружия. Это будет своеобразный Тульский Арбат, где помимо новых ресторанов, кафе, гостиниц и реконструированных городских усадеб будет еще и целый музейный квартал. Там будут филиалы наших крупнейших федеральных музеев, которые будут с интерактивными абсолютно экспозициями, новыми, потому что они создаются сейчас в духе времени. И точно пешеходный маршрут будет выстраиваться от Кремля к Музею оружия или от Музея оружия к Кремлю через эту улицу. И поверьте, это будет что-то незабываемое, потому что над ней трудились ведущие архитектурные компании России, и работа сейчас идет стахановскими темпами, и этим летом мы уже эту улицу открываем. Объекты показа, размещение, питание, конечно, будут вводиться поэтапно, потому что это исторические усадьбы, они проходят сейчас процедуру реконструкции и наполнения, но улица уже будет открыта, и у нее есть своя история. Помимо этого, Тульская набережная предусматривает и возвращение Тульской набережной, той самой, которая была закрыта и находилась на территории оружейного завода, жителям. И на этой набережной будут установлены арт-объекты, новые нестационарные объекты питания, интересные скверы, ну и сама история у набережной есть. Впервые посетители Тульской области смогут пройти Тульский Кремль насквозь, потому что раньше можно было только зайти из 2 ворот, а сейчас можно выйти на набережную. Там будут видовые мосты, там будут скверы, там в целом будет абсолютно новое пространство для туристов и для жителей. Подробности вы можете увидеть также в интернете, введя в поисковике фразу «Тульская набережная». Зимой, кстати говоря, там будет самый протяженный в Европе каток на русле реки. Это тоже, мне кажется, абсолютно незабываемая история. То есть вечером после основной программы ваши туристы смогут выйти на каток и по реке, как делал когда-то Лев Николаевич Толстой, собственно, кататься на коньках. На базе легендарного завода «Октава», на котором собирают приемники, микрофоны, состоится также в этом году открытие творческого индустриального кластера с одноименным названием. Кластер «Октава» включит в себя детский технопарк «Ланториум», гостиничный комплекс, новые форматы общепита, креативные и первый в России уникальный музей станка. Музей станкостроения, даже если быть точным, который соберет на своей площадке станки 19 века до наших дней, а также лабораторию, мастерскую FabLab, где гости любого возраста смогут почувствовать себя операторами. Своими словами скажу, это уникальный музей станка,
с суперсовременными интерактивными проекциями, объектами и показами, и экспонатами, которые собрали со всей страны. Тульская область в целом, как промышленный регион, абсолютно ассоциируется с этим объектом. Там люди смогут не только посмотреть, но и прикоснуться к станкам. А вот в мастерской FabLab это абсолютно тоже новый формат для туристов, которого в России, по-моему, нет. Там туристы смогут, скажем так, произвести сами на профессиональных станках или посмотреть, как это делается профессионалами, что-то себе на память. Это и лазерные станки, и станки с ЧПУ, и 3D-принтеры, самые современные. То есть наверху музей станка, они смотрят на станки, а внизу они уже работают и смотрят, как работают современные станки, самые современные. Тут как бы абсолютно гармонично все вписывается, и все это находится в центре города Тула. Также в 2018 году состоится открытие еще одного необычного городского пространства, арт-квартал «Искра», который совместит в себе и гастрономический рынок, и центры коворкинга, и фуд-рынок. Также в планах Тульской области открытие парка «Патриот», площадь которого составит 138 тысяч квадратных метров. Центральным объектом станет трехэтажный выставочный центр площадью 2100 квадратных метров. И на первом этаже планируется создать пространство, где будет размещена диорама, посвященная обороне Тули. А на втором конкрет зал на 180 человек. Поэтому корпоративные мероприятия, вы работаете, я уверен, с корпоратами, вы можете проводить их в Тульской области теперь еще на этой площадке. Помимо открытого здания в парке «Патриот» будут оформлены аллеи, пешеходные дорожки, детские площадки, созданы макеты военных дотов, окопов, оборонительных сооружений. Короче говоря, все то, что ассоциируется абсолютно с Тульской областью. Мне кажется, это тоже абсолютно гармонично встраивающийся в турпродукт проект. В завершение своего выступления я хотел бы вас поблагодарить за внимание и напомнить, что впереди вас ждет еще много нового интересного. Это новые объекты показа, это презентация наших туроператоров, предложение наших музеев. Я очень вам рекомендую все это послушать. Также у слушателей будет возможность выиграть бесплатное участие в информационном туре по Тульской области от туроператора «Комплекс», который пройдет уже этим летом, а также тур выходного дня в Тульскую область с проживанием в международном туристическом комплексе «Золотой город», на площадке которого как раз проводится фестиваль «Среднерусская возвышенность». А также бесплатно посетить одно из крупнейших мероприятий, о которых я говорил, это фестиваль «Дикая мята». Так, я вижу, что многих вырубило, судя по количеству участников. Предлагаю сейчас уже пообщаться в таком формате рабочем и поотвечать на ваши вопросы. Сейчас к нам добавляется активное количество участников. Так. Начнется подписание. Пойдем по... Так, а у нас вопросы? Вопросы? А вопросы мы не видим, да, которые были? Да нет, нет там вопросов. Угу. Значит, был вопрос, мне напоминают, коллеги, сколько стоит экскурсия с дегустацией икры? Экскурсия, значит, дегустации икры стоит порядка 1500 рублей, но, естественно, как вы понимаете, все зависит от объема. То есть там очень гибкая система, и вы можете связаться с рыбоводческим предприятием «Приокское», вы можете, собственно, как самостоятельно, так и написать в комитет по туризму, мы вам перешлем контакты их, для того, чтобы сейчас здесь, наверное, не останавливаться, не диктовать телефоны, не писать их, наверное. Вы можете там в комитет по туризму обратиться, и мы вам контакты этого предприятия дадим, и вы уже в рабочем порядке с ним проработаете вопрос стоимости и объема ваших экскурсий туда. Действительно очень интересный объект. Был еще, я помню, вопрос, к сожалению, у нас все вопросы улетели из-за того, что у нас произошел технический сбой, но был точно вопрос про гостиницы, которые с Ясной Поляной. Там сейчас открылась новая гостиница «Лев», там есть гостиница у самой Ясной Поляны, вы можете у них узнать, собственно, да, там расценки и условия сотрудничества. Есть гостиница «Груманд»
недалеко от Ясной Поляны, огромный комплекс, кстати, в котором есть и лошади, и развлекательная программа, и в целом там территория, на которой можно погулять. Это такой загородный парк-отель. Цены там довольно гибкие, и с туроператором тоже работают по хорошим скидкам. Был вопрос по хостелам. Хостелы, ну, сумма, по-моему, там начинается что-то от 300 рублей, по-моему, до, ну, и до там 1000 рублей за ночь, в зависимости от хостела. Опять же, тут я не готов сейчас, и, наверное, не буду некорректно комментировать мне за какой-то конкретный хостел и рассказывать о его особенностях. Мы вам на слайде вот показали, какие хостелы мы считаем одним из хороших. И тоже можно вам в рабочем порядке с ними повзаимодействовать. Сейчас нам обещают подгрузить все комментарии, и тогда я смогу ответить. Коллеги, у кого какие еще есть вопросы? В целом, пока пишите вопросы, хочу сказать, что действительно в этом году у нас, как вы могли заметить, очень много объектов показа откроется. Это и набережная, это и Октава, это абсолютно новые, очень-очень дорогие проекты, которые будут как минимум на уровне тех музеев федеральных, какие как минимум конкурировать с федеральными музеями по уровню, а может даже и превосходить. Посмотрим. Ждем открытия. Но это точно является поводом для того, чтобы привезти сюда туристов. У каких туроператоров вас искать? Не совсем понимаю, кого у вас, но сейчас включу слайд. Еще раз перечень операторов. Вот эти туроператоры наши, которых мы рекомендуем, которые занимаются въездным туризмом, собственно, вы название их видите, сайты в интернете у всех есть, контакты есть. Сегодня Compass и Tool Tour Group будут также представлять свои продукты, уже рассказывать более подробно, с ценами, с условиями. Поэтому рекомендуем вам работать с принимающими сторонами, стороной в лице этих туроператоров. Я понимаю, что вопросы остались там. Я, к сожалению, из-за того, что смотрел на слайды и на текст выступления, их пропустил. Поэтому, если у кого-то сейчас остались вопросы, которые вас интересуют, вы можете их задавать. В целом, хочу сказать, что мы сейчас уделяем особое внимание комфортности туристов. В этом году запускаем проект тайного гостя сами. Будем смотреть, как работают наши ательеры. Будем повышать их качество обслуживания. У нас будет серьезная образовательная программа для ательеров, особенно для линейного персонала, чтобы туристы, которых вы к нам привозите, были довольны качеством обслуживания. Много объектов у нас строится, гостиничных. Строится уровни и 3 звезды, и 4 звезды. Запуск запланирован на этот год. Будем информировать. У нас, насколько я понимаю, будут контакты тех, кто у нас присутствовали в рамках нашего Дня Тульской области. На рамках Дня Тульской области, которые присутствовали на наших мероприятиях, мы вас, если вы не возражаете, включим в исключительно профессиональную рассылку, где будем информировать о новых объектах показа и новых гостиниц, которые открыты в Тульской области, для того, чтобы вы могли своевременно с ними связываться и налаживать отношения, договора заключать и работать, и включать их в своих программах. Вот здесь коллеги из Profi Travel пишут, что вопросы мы все соберем. Мы, безусловно, дадим на каждый вопрос детальный ответ, более, наверное, детальный, чем я могу здесь сходу вам сказать, и ответ опубликуем в нашей группе в соцсетях. Собственно, наверное, на этом я закругляюсь. Коллеги, я приглашаю всех в Тульскую область. Поверьте, мы очень сильно меняемся очень динамично. У нас появляются новые объекты показа, у нас новые объекты размещения, питания появляются, все, что нужно для ваших туристов, но вместе с тем мы сохраним все то самое лучшее, что у нас есть. Мы храним бережно историю, мы храним бережно объекты, которые располагаются в Тульской области, и очень бережно относимся к их эксплуатации. Поэтому здесь можно действительно окунуться, с одной стороны, в историю, а с другой стороны, в современность.
И здесь есть уникальные объекты показа, исключительно из-за которых можно привозить сюда и нужно привозить сюда туристов. Большое спасибо всем за внимание. Еще раз извиняюсь, что у нас вышла такая техническая неполадка. Ну, надеюсь, что в следующий раз, в следующем году или в этом уже на зимней выставке, в которой, я надеюсь, мы примем участие, такого не произойдет. В завершении хотелось бы отметить еще один момент, который я сегодня не раскрывал сознательно, потому что пока что мы формируем программу, но Тула в этом году, на этот Новый год, будет новогодней столицей России. Этот фестиваль, этот символ к нам перешел от Ханты-Мансийска, и вас и ваших туристов ждет необыкновенная программа новогодняя, которая будет длиться весь декабрь и январь, и только ради нее точно можно вести и под нее делать специальные можно туры и вести туристов в Тульскую область. Всем спасибо, просьба не отключаться. Мы готовы отвечать на все вопросы и помогать вам взаимодействовать с нашим турбизнесом. Всего доброго.